Приветствую вас, дорогие друзья! С вами я, Анастасия Час. Сегодня 25 августа, четверг. И выходят очередные обзоры по основным валютным парам. На экране у нас пара фунт-доллар. Значит, какие у нас ожидания на сегодняшний день? Пока, так, переключим на месяц. У нас, я вам говорила, что мы разворачиваемся вверх. На неделях уже тоже мы развернулись и идем вверх. На днях тоже показывает нам восходящий тренд пока. Хотя, хоть на сегодня и показывает восходящий тренд, я допускаю, что мы можем еще вот сюда вот, видите, сейчас приближаемся к разворотной линии дня, тестировать ее будем, и, возможно, даже сюда еще раз к недельной линии мы вернемся. Пока что мы идем вниз. Почему я так думаю? Пока еще находимся ниже вот этого уровня, ниже 1.32.321, мы пока вот, скажем, такой нисходящий тренд. Как только мы поднимемся выше этого уровня и закрепимся, значит, пойдем наверх. Вот такие вот у меня, такое видение у меня по фунт-доллару. Поэтому я говорю, что пока что не, пока мы находимся ниже вот этой вот точки, ну, 32-35 даже, вот мы будем как бы в нисходящем таком тренде на сегодня. Как только мы вот прорвемся вверх, откатим сюда и закрепимся, отсюда можно становиться вверх. Цель у нас, сейчас скажу, цель у нас будет вот она, где-то на 1.33.166, где-то вот сюда цель. Если пробьется вот выше и закрепится, значит, цель 1.33.166. Вот так вот на сегодня может отработать пара фунт-доллар. Ну, а я с вами прощаюсь. Другие обзоры смотрите в отдельном видео. Пока-пока. Удачи вам и хорошего профита на сегодня.